Привет, народ. В общем, принесли мне абсолютно новый сабвуфер, практически не целованный. Правда, не знаю, почему по гарантии не обратились в магазин. Ну, да ладно. Проблема в чем? Как вы знаете, при правильном подключении сабвуфера, вот он минус. И плюс 12 вольт. И еще рэм. То есть при подаче сюда плюса от магнитолы, он должен включаться. Когда здесь плюса нету, он не должен включаться. Но проблема в том, что когда два провода подсоединяешь, а рэм свободен, он уже включенный. Светится светодиод. И это нехорошо. Так он себя вести не должен. И высаживает аккумулятор. Сейчас мы открутим этот модуль, вытащим, посмотрим вообще, что там происходит. И можно ли что-то сделать. Разобрал я. Тут вот сразу видно, пайка не очень. Думал, где-то, может быть, ремонтировали и закоротили рэм и плюс. Ничего такого тут не видно, но зато видны следы пайки. Плюс даже не убрали, возможно, уже ремонт был. Сейчас надо этот блок отсоединить, подключить отдельно, на отдельно стоящем аккумуляторе. Посмотреть, может быть, тут светодиод просто подключили параллельно питанию, и он не включается, как положено. То есть при запуске блока от магнитолы, а светит постоянно и просто показывает наличие самого питания основного. Такое тоже может быть. Долго ли, коротко, была обнаружена проблема ненормальной работы сабвуфера. Ну, как вы видели, там была не пропайка, это во-первых. Потому что, как человек говорил, чуть тронешь, слегка заденешь, начинаются шороки, кряхтение. Вот. Все это пропаял, послушал, все вроде работает, отдал, мне звонят, опять кряхтит, опять херня всякая происходит, извиняюсь за выражение. Я в непонятках, опять забираю, ставлю, у меня работает, привожу человека, включаю, вот смотри, да, все работает, все нормально. Опять забирает, опять звонит, говорит, нет, не работает, опять какая-то фигня. Чуть громкость даешь и понеслась. Вот думал, думал я, потом думаю, дай-ка я поеду. И обнаружил такой момент, смотрите, до этого стоял блок вот такой вот, то есть рэм, контроль на включение и силовое, не видите, как расположен, а здесь они расположены по-другому, то есть сняв старый сабвуфер, отключив, человек подключил все то же самое, все так же, но тут получается, что вместо силового подключен рэм, а там ампераж ничтожный, там даже 1 ампера не наберется. Ну, естественно, как сабвуфер будет работать. А силовой у нас был на включении. То есть сабвуфер запустился, но чуть-чуть громкости даешь, и там начинается сразу срач. Переключив вот таким вот образом провода, все, проблема решилась. Больше никакого хрипа, шевелений, никаких проблем. То есть надо было пропаять и грамотно подключить. И все, все дела. Так что имейте в виду, иногда вот такая вот засада происходит. Так что на самом деле ничего страшного. Все починилось. Но пропаять надо было, потому что действительно там, сами видели, трещины вокруг контактов были. Все это уже убрано, все сделано. Все великолепно. Все запускается. Вот, включить зажигание. Все, пуск. Также выключается все. Будьте внимательны. Всем добра, успехов.